Всем здорово, народ, с вами дядя Никит. Сегодня у вас с вами будет шестая часть рубрики «Карьерка за Барселону». И сегодня у нас с вами будет, конечно же, новый обновленный состав. Два матча в равной игре, уже по традиции. Ну и, конечно, скорее всего, много просто интересных эмоций. Если ты ждал, обязательно перед началом ролика подписывайся на мой телеграм-канал. Ну и также не забудь писать комментарий от 4 слов. Мы начинаем. Ну и также перед началом этого ролика не забывайте подписываться на мой телеграм-канал. Вот тут всплыл QR-код. Кому лень заходить по ссылке в описании или закрепленном комментарии, вот он QR-код. Нажимай на него, подводи свой экран и подписывайся на этот телеграм-канал. Очень интересные новости, розыгрыши, анонсы, вопросы, споры. Все именно там и происходит. Ну и напоминаю, что на 250 подписчиков я разыгрываю денежный приз со своими спонсорами с компании Пари. Поэтому подписывайтесь, ссылки в описании, ну и на экране QR-код. Мы начинаем. Поехали, и вы видите состав, очень охерительный, 4-3-3, это барселоновский состав, это барселоновская схема, тут есть легенды клуба, тут есть свои какие-то приколюхи, разноцветный просто интересный состав, куманы, клюверты, и также, скорее всего, на замене, сразу говорю, аккаунт мне предоставил Among Puff, большой ему респект, ну, будем сегодня без замены играть, ничего страшного, Among Puff собрал вот такую просто, мне кажется, какую-то боевую просто гвардию, интересную, и давайте сейчас уже начинать. Равная игра, но я не буду играть. Точнее, ладно, давайте будем играть с рейтингом. Надеюсь, я сегодня выиграю, потому что за такой состав Барселоны просто грех не выиграть. Among Puff просто красава, он собрал такую машину. И сегодня, сейчас будем стараться за это все дело играть, проходить. Нам попадается тоже Барселона. Но у нас по статам, по рейтингу вот, все должно быть лучше. Посмотрим, получится ли это сделать по игре. Напоминаю, сегодня у нас с вами будет чисто каталоновский стиль. Это тики-таки, всякие стеночки. Да, у него тоже, короче, представляете, форма Барселоны, и в составе у него тоже есть Клюверт, у него есть Жорди Альба, короче, у него тоже есть игроки Барселоны, охренеть, у нас противостояние каталонское, грубо говоря, играем против своего братка, да, он мне отправил стикер, давайте мы тоже отправим какой-нибудь стикер, поехали, при обороне будем играть оборонительно, то есть защита, при атаке будем играть атакующий, блядь, что за говно я сейчас творю, мне кажется, мы делаем какую-то херню, так, все, отлично. Напоминаю, тики-така. Так, ставим атаку, и все, можно спокойно начинать играть в свой интересный футбол. Вот, отлично, мы сейчас можем выйти из обороны. Небольшой такой забросик на Мартина Брейтвейта. И давайте попробуем, конечно же, навесить. Навес, и это кто? Это Клюверт 1-0. Это Патрик Клюверт. Совершенно не барселоновский гол, это гол. Это показывать, как легко забивать. Вот видите, у меня отправил уже стикер вниз. Ну, конечно же, братан, сори, я не могу забивать за Барселону с навеса, но я это все-таки сделал. Забросил, навесил, как полагается. Конечно, давайте отключим звук. Мне это, конечно же, все не надо сейчас. Отнимаем мяч, спокойно Педри, спокойно вниз. Я заебался просто, честно сказать, в роликах проигрывать, поэтому я буду играть иногда забросиками и навесиками. Уж прости меня, соперник, братан, но уж таковы, к сожалению, наши правила футбольные. Так, отлично, он плохо пробросил, нормально. Самое главное, мы забили, самое главное, мы сделали красоту. Ну как красоту, блядь, голос навеса тоже? Пойди забей голос навеса. Но, блядь, я чувствую себя каким-то полным клушманом. Так, Гави, Трауре, что ты делаешь, Трауре? Верни мяч команде, хорошо. Арауха, так, неплохая такая получается у нас разыгровочка. Отлично, передача наверх, надо было ее пасовать. Ой-ой-ой, ой-ой, какой провал в обороне. Какой провал в обороне, блядь. Месси, Месси, ёб, финтом уходит, просто будет вешать, да? Блядь, навесил. Гандон, ты глянь. Какой гандон, ёбаный в рот. Только что мне отправил стикер, что я забил с навеса крысиный гол, и сам буквально забивает с навеса. Ну, блядь, ну это просто, так сказать, навес за навес, око за око. Ладно. 1-1 счет, но нас это в целом вообще похуям. Самое главное то, что мы забили гол. Причем забили за дебютанта нашей вот этой рубрики. Так, блядь, у него лагает интернет. Братан, ты чё, охуел? Подаченьку можно делать хорошенькую. 2-1. Это Фрэнки Де Йонг. Сюда завозится, блядь. Два одинаковых гола Барселона забивает. Вы можете меня хейтить, но последний матч Барселона с Рай Великану, по-моему. Барселона тоже под конец второго тайма. Точнее, даже не под конец, под середину второго тайма просто тоже херачило навесы. Поэтому навес это тоже тактика. Навес это тоже, блядь, нормально. Клюверт перехватил мяч, отлично. Брэтвейт, блядь, как же элегантно у него отнимает мяч в этом эпизоде, я в ахуе. Месси, 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 ну это Месси, блядь, он тоже будет вешать. Он тоже будет вешать, блядь, гандон, да, гандон же?
Не, блядь, пока что вот мы выбрали форму Барселоны и эмблемы, но пока что, блядь, голы абсолютно одинаковые, уёбищные, не барселоновские, и, конечно же, ну, блядь, ну, посмотрите, результативный какой матч. Первым тайм и уже 4 забитых гола и атакующий футбол. Так что тут, может быть, навес, конечно, это плохо, но сама суть. Гол с навеса и забитый гол, это тоже нормально. Причем я обычно забиваю с дальнего моего фланга любимого, а тут такая вот интересная ситуация. Так, Де Йонг, проброс... Отлично, штрафной, блядь. Сейчас буду делать навес, блядь, конечно. Хуеть, я нарушил, класс. Где я нарушил, родной? Где я нарушил, блядь? Объясни мне, покажи мне этот эпизод.